Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Демастер. И Террасер, всем привет. Всем привет, ребята, мы будем играть в Майнкарт. Я завожу Террасер, завожу свою машину. Да, завел машиночку маленькую, или кого там, хрюшку, свинюшку. Да я завел чаю, как обычно. Или волка, понятно. Волк, так. И он у меня будет серый волк. Серый волк, мой серый волк. Да. Я, наверное, выберу. А я, наверное, на хрюшечке поезжу. Нам говорят, Костя, привет, и Миша, она скачет, ку, парень. Так, 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 теперь надо, наверное, цвет выбрать свинки. Вот-то. Ладно, не буду выбирать цвет. А вот здесь, смотри, здесь есть вот. Пиши вот-то. Вот-то. А что здесь вот-то? Это начало игры. А, понятно. Вот-то. Отлично. Все. Прикольные, кстати, такие эти, как это называется, пиксель-арты. Катаются там всякие Марио, тут кто, дракончики эти, грибочки. Че вот это не пишут, надо написать. Один человек остался, чтобы начало игры. Ага. Точка вот. Все, 20 секунд. 30, ой, 20, говорю, 30. Да, все верно. Все, отлично, сейчас начнем через уже 15 секунд буквально и поедем на своих точилах. Я на свиночке. Поросенке. То, что вроде их нужно ПКМ зажимать, ну ладно, сейчас проверим. Да, там, по-моему, надо зажать. Может, а что тоже закончился? Играл. А что, да, кстати, отчет закончился, видимо, кто-то зашел новенький или вышел. Опять. А, кто-то анвотнул. Не нужно вот писать, нужно напишу раз вот. А, все, начинается, даже уже, по-моему, просто из-за того, что народ набрался. Так что сейчас все будет. Я надеюсь. Да, 10 секунд, 9 и побежали. На свинках. Они нас сделают с его другом, Кит Белл Пикхан. Окей. Но я думаю, у них ничего не получится. Все зависло, отвисло. Я тоже все зависло и не отвисло, а вот отвисло. Не отвисло, все. Сейчас мы затащим. Вперед, свинка, покажи им класс. Вперед, волк, давай, волк, давай, боже мой. Так, третье боже место. Что такое? Крипер прямо ко мне шел. А-а-а. Понятно. Ой, тут подо мной свинка прям была. Я пока что на третьем месте, а ты на втором? Да, я на втором. Боже, меня обгоняют, меня обгоняют. Я на втором. Я одного подбил. Я на первом. Я подбил того чувака, который был на первом, и ты его обогнал. Молодец. Да, командная игра. Замечательно. Обожаю командную игру. Давай, Тарасер, едь вперед. Если что, в меня будут стрелять, я буду тебя прикрывать. Я на свинье пустят, да? Нет, ты на овце у меня. О. Короче, Тарасер, такая тактика. Я сейчас еду сзади, да? Все снаряды летят в меня. А я в тебя ничего не кидаю, вот, ты тоже мне там сзади ничего не кидай, желательно. Я не вижу, кто сзади находится, я просто подряд всем кидаю, не знаю. А, вижу, сзади овечка бежит. Да когда мы все здесь овечками, кажется, окажемся. То есть тут нет отдельного, если у него может плагин слетел, а может что-нибудь еще, но в общем, ты у меня овечка, я у тебя овечка, значит здесь, по сути, эта тема не работает. Ну да, ну, по крайней мере, я на первом месте, и это круто. Ого, здесь люди, прикинь, ходят почему-то овцы. А, это овцы. А, так это лагает. Сервак. Так. Смотри, мы с тобой на первом месте оба, офигеть, нас никто обогнать не может, мы с тобой прям как про. Блин, отлично. А, меня какие-то летучие мыши, блин, черт. На тебя кто-то скилл заюзал, мы кого-то по второму кругу обогнали. Боже мой, меня скинули, Террасер, беги, едь, меня на третьем месте. Боже мой, тебя обогнал этот хер-хрен какой-то. Сейчас затащим, нормально. О, блин, опять меня кто-то обогнал. Это знаешь почему? Потому что нас встретили чуваки, которые по второму кругу, мы их по второму кругу обогнали. Да, мы их обгоняли и врезались, кажется. Да, и в итоге, смотри, сейчас нас этот чувак обогнал, да, впереди, видишь его? Ага, я слизня пустил, блин, он не врезался. Да, я ровно за тобой, прямо за твоим бампером. Окей, так, сейчас попробуем его погнать на этом пути, на повороте. О, черт, блин, хлебушек оставил. Вот нехороший человек. Ё-моё, я в стену врезался. А я, кажется, в тебя врезался. Нет, мы с тобой нормально. Но он первым будет, мы с тобой второй и третий, скорее всего, сейчас. Не факт, еще у нас есть время. А, или это последний круг или нет? Нет, это не последний круг. Вон, мы там догоняем еще кого-то, кто бежит по-другому, по... Ну, до нас, короче. Который по кругу еще бежал. Да. А что ты его обогнал, смотри, он где-то застопорился. Нет, там еще. А, это другой, да? Да. Это который последний вообще. Самый последний, самого конца, может даже не самый последний. Вот он первое место занял. Последний круг, оказывается. Да, я говорил, это последний круг, так второе, я занимаю третье. Повезло ему, короче. А эти два чувака, которые нас обогнали, хотели, они сзади нас. О, посмотри. Это Киды Пух и Блакин Бр и 9-2 супер. Они были слишком самоуверенные.
Да, слишком самоуверенно мы их сделали. Но это, видишь, это еще не конец, как бы, правильно? Ну да, но все равно, как бы, эти очки нам понадобятся, я думаю, которые мы получили сейчас. 10. Я только что проехал, немного видел. Да. Смотри, я прыгаю. Где ты? А, вижу. А овечка прыгает. Немножечко. Ты тоже прыгаешь. Ты ко мне подбегаешься, да? Да. Окей, я мечом по лицу бью. Я тебя тоже. Эй! Так, о, это моя нелюбимая карта, кстати, мне все время не везет. Она такая, как будто, знаешь, я не знаю, как грязевая какая-то. Здесь на свинье, наверное, лучше всего. Прикинь, бонус был бы у свиньи ездить по такой карте. Блин, я то, что кто-то протаранил, просто в самый конец меня скинул, прикинь. Фига, меня здесь чувак обогнал каким-то образом. Так, а он, наверное, хлеб просто кому-то ему повезло, а заюзал, не знаю. Так там не было еще никаких бонусов перед, до этого момента. Я кинул слизни, но почему-то никого не задел. Ты рассредоточен на втором месте бежишь? Так, да. А, это я тебя вижу. За тебя еще какой-то человек бежит? А, это вот этот херамин, который был в прошлый раз. Золотой который... слиток. А у меня скорость, кстати, не очень большая почему-то. Так, ой, я врезался! Ой, а что ты ой, врезался? Ой, меня еще и подкинули! О, все, это в самом конце слышишь. Это вообще так, жопа. Окей, окей. Вот здесь место очень такое неудобное. Ну, отлично. Я уже вряд ли дойду до первого места. Ну, до первого-то, может, и вряд ли, но постарайся хотя бы в призах быть. В призах? Ну, посмотрим, посмотрим. Как вообще дела пойдут? Ну, я вроде сейчас ускорился немножечко. Может, догоню кого-нибудь? Вот, как бы, успеваю немножечко. Проехать, я, кстати, твое тело вижу, Трассер. Ты слышишь, у меня такое... Стою там, что ли? Как мечник такой, с мечом. Да кто это сделал? Какой-то негодяй просто в меня стрельнул, прикинь, сзади. А, это который сзади меня ехал. Да уже меня опять скинули. Вот этот кит пили. Это, короче, если ты стоишь сзади, ты стоишь с этими нубами, они не мешают тебе выиграть. Ну, я не знаю. Как я не могу... Ё-моё, подо мной, кажется, гриб появился. Твой гриб появился, как так? Я не знаю, как. Да блин, да как так? Я ускорился и врезался в этот в забор опять. Ну ё-моё, просто какое-то блин, невезение сплошное. Меня тоже обогнали. А почему, я не знаю, у меня скорость какая-то мелкая в этот раз. Она особо сильно у меня не набирается. В общем, я вообще в самом конце, наверное. Нет, я еще не в самом конце. Ты пятое место занимаешь. Четвертое. Да, сейчас четвертое уже. Так, там воздух. Ну тебя я уже, скорее всего, не догоню. Грибы, ну ё-моё, грибы эти дурацкие появляются из ниоткуда просто. Я, скорее всего, все, они уже, ой, это все, это уже последнее, а я только первый, только круг объехал, ой, все, ну конечно, это уже не успею. Как он так быстро проехал? Да, потому что его никто не мешал, он просто первый сам уехал, ему никто не мешал. Ну да, скорее всего. Вот на поворотах очень скорость падает, теряется. Ну, да. Я вижу этого второго чувака, сейчас... Не знаю, вряд ли, конечно, я обгоню. Блин, он еще и бомбу поставил на дороге. Сейчас меня еще кто-нибудь обгонит, так будет вообще пипец. Ну, а если кто-то обгонит, то это я. О, его подкинули. А мы сейчас просто не успеем. А, все, я четвертое место занял, опять же, смотри-ка. Ой, меня эти, как он в лучшую школу стало. А ты на первом месте, смотри, зато стал. Мы вместе на первом, с одним человеком. Ну, просто меня с самого начала, видишь, скинули, и все, и поэтому я как бы назад... Ой, это тоже моя нелюбимая карта, здесь вообще с водой эта тема. Ну, а какая карта? А, по-моему, на этой карте еще есть поезд, ты его называл, да? Не-не, поезд на другой посмотри, карте. Как он стартует. Да вообще, капец, читак какой-то, реально отвечаю. А что за жесть, реально? Может, читер со спидхаком? Может быть, ну офигеть, он улетел уже, все, его не догнать. А может, у него с прошлого раунда бонусы остались? Да какие-то? Не может быть такого, бонусы не остаются с прошлых раундов. Да, ты прав. Да боже, меня кто-то опять бомбит сзади. Я опять начал. Короче, он, наверное, я не знаю. Наверное... Блин, я на банан, на чешуйницу. Чё-то тебя не прёт. Боже мой, опять мне кто-то меня просто охренеть. Ну, вот эти два чувака меня реально бесит, которые с нами играют. Они надоедают мне. Они в меня все, они все в меня, они все в меня делают. Реально, уже второй раунд все в меня делают, реально тебе отвечаю. Ну тот парень, по-моему, реально читер. Как думаешь? Да фиг его знает на самом деле. Ну а как он так стартанул резко? Я знаю, что против меня весь мир просто. А он уже нас обгоняет всех по второму разу. Может бонус какой-то? А он просто, не знаю, да он просто как всех, как пешехода. Он по чешуницам проезжает, а ничего нет. Ну все, он опять проехал. Я не знаю как. О! Маленькая овечка полетела у меня впереди. Он уже нас по второму кругу обгоняет всех. А, это не он, это мне показалось. Это я этих двух чуваков обогнал, которые мне всю жизнь. Вот эти вот два чувака тянут меня ко дну просто. Они реально, они меня ко дну тянут специально. Они как будто бы, знаешь, вот, о, демастер, надо его ко дну быстренько затянуть. И все, вот они, знаешь, они им пофиг на тебя, они меня тянут ко дну. Они сами, ну, как бы опускаются на дно и тебя так засунут. Да, они не дают мне вырваться со дна, они меня отстреливают, как будто бы негодяи какие-то. А, здесь ловушки поставили мне, ё-моё. Так, ну я вроде вырулил, отлично. Ух ты, я на трамплине подлетел.
Там был какой-то трамплинчик небольшой. Да уже опять они меня подкинули, ты представляешь? Ну так пять. Меня тоже обгоняет. А, это тот парень, кажется, который первое место занимает сейчас. Меня обогнал, прикинь. Да меня опять эти чуваки подставили, опять скинули. Вот они реально, они вдвоем. Они, как бы, знаешь, они друзья, вот мне это немного напрягает, они друзья друг друга не бьют. Бьют тебя только. Да. Это реально, да. Смотри, чувак впереди уже. Он меня по второму кругу обогнал. И у него скорость очень большая. У овцы не может быть такой скорости. Так это не овца, тут все, вот ты всех видишь, как овцы, блин. Вот он. Я не вижу ни волков, ни свиней, ничего такого, потому что здесь все овцы, слышишь? Ну да. Я не знаю, как он так. А, успей, мне еще один круг. Секунд. Черт, я остановился, какого фига? А тебе еще один круг? Ё-моё, я думал, это последний круг у меня. А, ну понятно, он че так просто, он уже два круга намотал быстренько и все. Он три круга намотал, я два проехал сейчас. Ну так, блин, да, я всё, потерял сколько времени. Это просто читерство какое-то, потому что так нельзя ездить просто. Ну да. Жестка. Нарвались же на читера на этого, да, сцена? Сейчас будет последняя карта. Смотри, 24 очка у меня. Ходил на читак, ты с ним идешь в принципе, наравне. Но он щ... А, он сейчас обгонит, потому что тут уже все. Сейчас еще посмотрим, как он здесь рванет. Здесь, в принципе, может быть все. А если он, если он читак, то он может прямо через песок здесь рвануть. Ну, посмотрим. В любом случае... Вот, смотри, ну как так? Ну, не, ну реально это невозможно. Жестяк. Какая-то гиперактивная овечка. Это не овечка, я моя. Ну, для нас овечка, мы же видим, какая. Ну, может, это какой-то премиум-класс, не знаю, у которого там разгон есть с самого начала какой-то жесткий. Максимально сразу же. Да, боже мой, за каких-то ублюдков я врезался в поезд. Они просто меня тормозят и тормозят. Я тебе отвечаю, но они просто меня уже бесят. Еще раз просто. Тебя, короче, вообще не любят. Да эти два бомжа, я моя. Отлично, дрифтанул. Опять я в поезд. Я просто, я, знаешь, где поезд был, да, в самом начале? Ну. А до сих пор там. А, я уж проехал его. Да, конечно, проехал, потому что тебя не бомбят эти засранцы. Так, я на втором месте. Ну, на втором, естественно. На первое место здесь не вырваться никак. Потому что этот парень слишком быстро что-то... ездит. Бегает. Ой, поезд. Ну, какой-то маленький поезд был. Сейчас. Меня. Против меня. Сейчас норм. Сейчас я проеду в поезд. Сейчас чем-нибудь бомбану. Оп. Отлично. Нет, не отлично. Меня подкинули. Чё, ты жив? Я еще жив, да, ну просто мне такое, не знаю, эти гады. Сейчас смеешься, ДРСР, у тебя они не подставляют, тебе хорошо, а меня подставляют, мне хреново. Как? Знаешь, хочу, хочешь прикол? Вот этот читак, который нас их обгоняет, да, он только что проехал через поезд, и поезд его не подкинул. А, ну понятно. Ну потом я у тебя на записи посмотрю, как тебе мешали там. Ну да, да, ну нет, просто я реально говорю, вот он только что проехал через поезд, да, и просто вот нормально. То есть я вот сейчас приезжаю через поезд, меня как бы подкидывает, это нормально, да. А он проезжает и все. И ему да пофиг на поезд. Все, он уже первое место занял. Я даже третий курс, круг-то опять еще не доехал, то есть как бы, ну, я видно. Тоже не доехал. Видно, что читак, как бы сразу же, ребята. Так что если будете видеть таких. Ну, может, кому-то, если будет не лень, скиньте видео на Mineplex, покажите это администраторам и дайте репорт, пожалуйста. Потому что, ну это реально, это либо какой-то читерный класс, чтобы они пофиксили. Да, его, или объясните нам, в чем была проблема. Да, в комментариях. Но я думаю, все-таки, что это читак. Но у меня другого просто уже предположения не может быть. Да, мне тоже так кажется. 5 секунд. А все, уже место. На месте. Да, он меня начал обгонять уже. Ну понятно, потому что он первые места занимает постоянно. Ну да. И, по-моему, сейчас последняя карта будет у нас. Да. Или нет? А, нет, все что ли, конец? Три карты. Ну вот это Террасер, Террасер. Зато меня видно. Я крут. Ну, на золотом кубике. Нужно все равно что-то сделать, нужно с этим. Бороться. Бороться, да. Ну, по крайней мере, мы показали, что есть такие люди. А смотри, он не ультра, то есть у него вряд ли там какие-то супер-классы открыты, да. Правильно? То есть это обычный чувак. Ребята, видите, запомните его ник. А как он залез туда, кстати? А куда? Я не заметил, куда он залез. Ну, себе, на самый верх туда. Да фиг его знает, может, просто запрыгнул, он же читер. А, наверное. Так что, ребята, смотрите, вы знаете, что делать. Да. Знаете, что делать, вот. Поэтому мы вас попросим сделать за нас, потому что у нас так много дел других. Мы ролики снимаем, монтируем и заливаем, вот. Когда мы его залили, думаю, вы уже посмотрели. Ну, в принципе, на этом все. Не будем опечальным грустом. Нормально поездили, блин, эти чуваки просто меня задрали, я вообще в шоке просто, да. Вот. Ну, второе место хотя бы заняли, и то нормально. Ну да, ты занял второе место, я там на дне где-то сам был, ну ладно. Ну, не на самом, конечно, дне, ну ты понял, где-то место четвертое, что у меня было, или пятое, я не помню уже. Ну что ж, в принципе, на этом все.
Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео, ребята. С вами были Демастер и Террасир. Всем удачи и пока. Всем пока, ребята.